потому что первый раунд. Красный флот отдыхает. Спортсменка из города Нур-Султан, Республики Казахстан, мастер спорта Султан Шажи Сатайя. 1913 года рождения. Боксом занимается 10 лет. Счет боям не идет. Чемпионка Республики Казахстан. Тренируется Саня под руководством тренера Кайрата Манашева. Закончился второй раунд. Ассистент главный кандидат мастера спорта из Узбекистана Рашида Такинова. 2002 года рождения, боксом занимается 4 года. Еще боям не ведет. Финалист чемпионата Республики Узбекистан. Тренируется Рашида под руководством тренера Маттагимова. К данным соревнованиям готовил Ильшот Расулов. Для награждения приготовился спортсменкам весовой категории 54 килограмма.
Сочи. В этом бою единогласным решением судьи победу одержала спортсменка красного угла Светлана Сергеевна Савельева, Казахстан.